И еще одно важное событие в спортивной и научной жизни страны. Инаугурация почетного доктора Национального университета физического воспитания и спорта Украины. На торжествах побывала Элина Зеленская. Мантия и диплом – обязательные атрибуты инаугурации. Сергей Бубко, Жан Роге, Шейх Аль-Сабах и еще 23 ведущих деятеля в сфере спорта были удостоены звания почетного доктора Национального университета физического воспитания и спорта. Сегодня диплом почетного доктора вручили Адаму Рочику. Взволнованный и счастливый президент Европейской ассоциации студенческого спорта поляк Адам Рочик благодарит за оказанную честь на украинском языке. Приймаючи сьогодні цей почесний титул, я одночасно відчуваю, що він є не лише вшануванням моєї особи, але й цілого середовища, для якого ми працюємо разом протягом багатьох років. Адам Рочик активно поддерживает развитие неолимпийских видов спорта. Но главное достижение почетного доктора – создание Европейской ассоциации студенческого спорта и ее продвижение. Более 30 стран мира являются участниками ассоциации. Такой человек, как Адам Рочик, дает огромный стимул, в том числе и нашему университету, и бонус, и отдельный стимул, и продвижение вперед. Для Украины очень важен европейский опыт физического воспитания молодежи, подчеркнул нардеп Юрий Павленко. Новые учебные программы, методики, новые уроки физкультуры в украинских вузах в первую очередь должны сформировать здоровое поколение. Спільно з Європейською асоціацією студентського спорту ми напрацюємо нові методики, нові підходи до навчання, виховання, до програм як шкільних, так і університетських по формуванню здорової, фізично розвинутої молоді. На торжественной інаугурації почетного доктора нашлось місце і для юмора. Колись запитав, хто такий професор? Це людина, яка може як завгодно довго промовляти на будь-яку тему, навіть ту, про яку вона абсолютно нічого не знає. Ліна Зеленська, Сергій Коваль. Подробності телеканал «Інтер».